Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1378. Разбор ответов архимандрита Амвросия Юрасова. Книга 2, вопрос 107. Имею ли я право учить людей тому, что знаю сама о вере, о Боге? Рассказывать ли им то, что читаю в Евангелии, в духовной литературе, не грех ли это? Отвечает Амвросий Юрасов. Если вы проповедуете, рассказываете людям, а сами тщеславитесь, гордитесь своими знаниями, то это, конечно, грех. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия, лишь бы ваша проповедь не противоречила Священному Писанию. По-своему толкуют Священное Писание эти проповедники. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Очень похоже, что в этой второй книге вопросы архимандрит задает сам себе. Все-таки совесть, видимо, мучает за то, что законопатил Евангелие, замуровал и все его свел к исповеди пред ним, как будто не хватает им своих грехов. Услышав такой вопрос, как бы ответили апостолы? Это мы узнаем из их посланий, где они благословляют проповедовать всех, кто сам едва уверовал, как это видим в житиях святых. Сегодня обратился и сегодня уже благовестник. А архимандрит сразу же тычет шилом в тщеславие, в гордость. А этих грехов никогда не избыть никому. Это колючка всегда будет шипом вверх, как говорят святые отцы. Иезекииль 16:49. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочери ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. Так-то вы поддерживаете руки тех, в ком появляется искра ревности. Удивительно, сколько не глушит архимандрит людей, а у них все еще остается желание проповедовать. Ты сам, отец, иди в мир, оставь свой типикон хотя бы на год. Тебя ждут за монастырскими воротами миллионы людей. И не жди, когда тебе предоставят телевидение, а Путин станет на колени. Никому не позволяйте закладывать свои слова под ваш язык. И своим языком не прокручивайте чужую пленку, а слушайте, что вам скажет Господь из слова своего. 1 Коринфянам 1:17. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. 2 Тимофею 4:2. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Титу 1.3. А в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога. Как важно знать свои границы, порой невидимую нить, и в нужный миг остановиться, не заступить, не приступить. Чужое ничего не значит, родные земли распаши и накорми того, кто алчит.